Украина может лишиться поддержки Запада, если выйдет из Минского процесса. Об этом заявила Мария Йованович, посол США в Украине. Она отметила, что этот формат договоренностей не очень популярен в Украине, но в то же время он содержит все необходимые аспекты урегулирования конфликта. Американский дипломат считает, поскольку переговоры в Минске поддерживают западные партнеры Киева, то невыполнение договоренностей чревато последствиями. Кроме того, в случае отказа от Минского формата придется искать альтернативный вариант переговоров.